В списке поручений главы создания сквера в селе Супсех. Юрий Федорович осмотрел территорию и дал поручение ускорить работу. Каждую неделю ему отчитываются, что сделано. Мы в течение 2 дней бульдозером работаем и сегодня продолжаем, несмотря на погоду. Мусор вывезем весь на этой неделе. Проблема была в смежном участке. Частник планировал строить там магазин, но такое соседство не подходит будущему месту отдыха. Мы за неиспользование земельного участка в течение 3 лет направили претензию на расторжение. Месяц через несколько дней выйдет, и потом повторное на уже с соглашением на расторжение договора. Это на контроле. Значит, надо доработать эскизный проект. Я думаю, решение будет положительное, чтобы мы знали, к чему нам стремиться, и сроки. В этом году муниципалитет направил 36 миллионов рублей на ремонт дорог в сельских округах. Работы завершаются. Какие участки сданы на прошедшей неделе, доложила Анжелика Бузунова. Были выполнены работы по асфальтированию улицы Ленина, Футари, Чекон, протяженность участка 1000 метров. Выполнены работы по асфальтированию улицы Молодежной, Футари, Чекон. Выполнены работы по асфальтированию Новосела в Рассвете. Также была заасфальтирована улица Новосела в Гайкадзоре. Актуальная на сегодня тема – приближающиеся праздники. И не только для коммунальных служб, для всего города. Часть новогодней атрибутики отправлена на доработку. В остальном – еще неделя срока. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на украшение города. Это касается потребительской сферы здесь, санаторно-курортный комплекс. То есть заняться весь Пионерский проспект, весь город. Но сегодня нет художника, он скоро будет. То есть город весь должен быть украшен. То же самое это касается то, что от нас, площади, обращаюсь ко всем главам сельских округов. Значит, неделю вам на все, а про все на следующей планерке с фотографиями каждый доложит. На каждом планерном совещании звучит поручение главы по обращению анапчан. Чаще всего и на этот раз управлению ЖКХ. По Северной, сегодня, комиссионно, чтобы вот это жалоб у нас не было, Анжела Анатольевна, надо будет выехать туда, посмотреть, что с этой ливневкой, как ее отвести, потому что это проблема бесконечная, а по Северной. Может, мы сможем как-то уменьшить этот вопрос для того, чтобы там один дом не топило все время. Задача понятна? Занимайтесь. Никита Бойко, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа регион.